тремя шайбами в большинстве за 2,5 минуты. Ни Шипачев, ни Ковальчук так часто не появляются в меньшинстве. А, соответственно, у них было время перевести дух. И сейчас с новыми силами такую хорошую смену провели. Вау! Ну, за такие потери наказывать одно удовольствие. Антон Ландер — человек, который довольно долго, а можно сказать, весьма долго не мог забросить, что его лично тоже мучило. И поэтому одной из основных тем в Казани после победы над Минском было то, что Ландер наконец забросил, и его интервью, и слова Белединова. Причем все как бы понимают, что к игре Ландера как таковой претензий не было, но когда ты нападающий ведущих звеньев, и ты не забрасываешь, даже с очками у тебя все хорошо, даже если ты полезен, все равно как-то вот какой-то осадочек остается. И поэтому для Ландера вот он забросил, и теперь, может быть, пошло поехали. Ну и Галиев, да, насколько я понимаю, отметился в этом эпизоде. На него должна быть записана передача. Этот нападающий как раз был заметен в сегодняшнем матче. Ну и в самом начале я говорил, что одна из основных задач для Акбарса сейчас — так по-хорошему напрягать защитников СКА, заставлять их ошибаться. Если удастся заставить их терять шайбу в своей зоне, да, отсюда могут вырасти огромное количество